Руслан и Алина не будут участвовать в следующей игре. Вы расстроены или я не вижу реакции никакой? Нет, ну как? Изначально как бы мы очень расстроились, когда узнали эту новость. Для нас печально, просто столько времени играли вместе, так сказать. Но их тоже можно понять, работа, отсутствие времени на репетиции. То есть мы их не виним. Что нового, необычного вы покажете вот в пятницу? Вы давно готовитесь на свои программы? Ну, подготовка началась где-то недели две назад. А нового? Ну, новое будет то, что мы будем вдвоем, и это будет сценарий полностью расписан на двоих. Ну и относительно новый стиль. Да. Стиль команды. То раньше. Какой стиль? Стиль шуток, стиль самого юмора, стиль подачи юмора. Во второй половине дня, вот так, в новом составе, так сказать, и ударными темпами, то есть в поте лица. Уже сегодня будет вторая ночь подряд, будем без сна, значит, заниматься написанием сценария. Вот, репетировать, отрабатывать сценки, импровизацию тоже будем репетировать и отрабатывать. Ну, в общем, заниматься привычными делами КВНовскими. Интрига наша. Необычный сценарий, то, что не как всех. А сказать, какая команда будет, ну, новая, это после уже игры я скажу, какая у нас будет команда. Мы будем брать приз. Так что можете смело ставить. Чтобы никого не обидеть, как бы. По поводу изменений в команде можно сказать очень много, то есть много изменений. Все отдохнувшие после лета, кто загорел, кто поработал, кто в армию вот сейчас вот ушел, вот. То есть много изменений, но в принципе состав остался тот же. Но те же шутки, ну, в плане того, что та же подрывная такая вот будет энергия от нас, я думаю, излучать. Вот, залу мы нравимся, и недаром в том году мы получили приз зрительских симпатий. Вот, в принципе, я думаю, будет весело. Что нового в программе на пятницу вы готовите, и как давно, как долго готовитесь уже? Мы готовимся еще с прошлой игры. Вот, собирались с ребятами в течение лета, как-то не очень получалось собираться, но собирались регулярно, скажем так, либо вдвоем, втроем, либо всей командой. Писали нового, что будет. Вот, прошел День города. Вот, возможно, будут шутки по поводу Дня города. Вот. Очень много разных задумок проводилось, конкурс на память. Памятники, громадская думка, то есть, ну, и много разных казусов, очень много разных проектов было, то есть, темы для шуток очень много, вот, ну, а то, что именно будет у вас, вы увидите в пятницу.